зросла їх принадність останнім часом. Вартість золота на світовому ринку піднімається цьогоріч просто на очах, долаючи нові позначки історичного максимуму. Днями спостерігали ще один рекорд – 1628 доларів за унцію. Адже інвестори прагнуть убезпечитися від доларової інфляції до розв'язки колізії навколо американського держборгу – лічені дні. Чи справді жовтий метал – універсальний інструмент, який може якнайкраще захистити наші заощадження? Розпитаємо Андрія Золотухіна. Він керуючий директор компанії з управління активами. Доброго ранку. Доброго ранку. За останній рік золото взагалі подорожчало на 15%. Чим це зумовлено? На самом деле, это обусловлено тем же, чем и в прошлом году. В прошлом году золото почти на 30% выросло. Все это обусловлено очень сильной неопределенностью на мировой финансовой арене. В прошлом году драйверами для этого в основном была еврозона, немного Азия. В этом году к еврозоне добавилось летом еще и Соединенные Штаты. Сейчас, по-моему, только ленивый не говорит про то, что Соединенные Штаты впервые в истории могут оказаться в дефолтном состоянии. Хотя я бы сказал, что эта новость несколько преувеличена, это больше политические вопросы, нежели экономические. Но, тем не менее, все это выливается в очень существенную неопределенность. А когда люди не знают, что делать, но пытаются сохранить капитал, то большинство из них идет в золото, потому что золото исторически было способом сохранения капитала. Не способом заработать, а именно сохранить. А зараз, наскільки вразливі інвестиції саме в золото перед інфляцією? Ну, я бы сказал так, что в случае, если события в мире будут развиваться по плохому сценарию, то золото – это очень хороший инструмент для сохранения. Но вероятность плохого сценария на сегодня чрезвычайно мала. Вот если посмотреть на Соединенные Штаты, то начиная с 1940 года, то есть за 70 лет, подобный вопрос, как-то увеличение предельной планки дефицита бюджета, рассматривался и положительно утверждался 91 раз. То есть это чаще, чем раз в год. На сегодня этот вопрос опять возник, но он просто возник на фоне того, что в следующем году президентские выборы, и есть две политических силы, которые на этом вопросе пытаются заработать максимум дивидендов, а страдает весь мир. Если этого года, например, впервые в истории будет дефолт, это не допускаете? Вероятность этого есть, но она чрезвычайно мала, потому что есть очень много мировых центров влияния и в Европе, и в Азии, которым это очень и очень невыгодно. Например, в Китае 3 с лишним триллиона долларов резервов бюджета, из которых 70% это резервы, номинированные в долларах. И фактически, если они обесценятся, Китай будет очень недоволен. Добре, а золото в каких сферах наиболее затребовано саме цього року? Вы знаете, если посмотреть на то, как потребляется золото, то фактически 60% потребления золота – это ювелирные изделия. Угу. А промышленности? Еще порядка 10% – это промышленность. И оставшиеся 30% на сегодня – это инвестиционное направление в золотопотребление. Если посмотреть, что было там еще 5 лет назад, то промышленность и инвестиционная составляющая были на равных. На сегодня именно из-за неопределенности инвестиционная составляющая так вот сильно выросла. Скажите, а вот есть какие-то передумовы до коллапса в европейских странах? Есть. На самом деле есть, но опять же, нужно говорить о том, какова этого вероятность, что будет коллапс, будет дефолт, и кому это выгодно. На сегодня евро является единственной валютой, которая может как-то противостоять доллару на мировой финансовой арене. И есть очень много, опять же, мировых финансовых игроков, которые заинтересованы в сохранении евро как сильной валюты. Поэтому дефолты отдельных стран в Евросоюзе выглядят очень и очень низкореальными. Потому что для того, чтобы страна ушла в дефолт, как отдельно взятая страна, ей нужно выйти из состава Евросоюза, нужно вывести валюту евро из своего обращения, ввести свою старую валюту или какую-то новую, и после этого уходить в дефолт. Это очень сложный процесс, который очень сильно подорвет позиции евро на мировой финансовой арене. И этого, ну, вряд ли случится в ближайшем обозримом будущем. Хоча деякі експерти кажуть, що треба вкладати облігації, інвестувати лише, ну, не в усі країни Європи, а лише в німецькі різні. Ну, чому це так? Потому что Германия действительно является локомотивом в еврозоне. А для українців так само?
Что делать нам? Что делать нам? Ну, смотрите, вот если мы посмотрим на то, что происходит в мире, то вот есть известный финансист Джордж Сорос, есть фонд, которым он управляет, очень-очень большой фонд, и недавно вышла информация, что в этом фонде 75% активов – это денежные средства. То есть люди говорят о том, что они не знают, в каком направлении будет двигаться рынок. Почему? Потому что движение рынка на сегодня зависит от политических деятелей, от того, какое решение они примут. А спрогнозировать, какое решение они примут, это все равно, что монетку подбрасывать. Угу. Поэтому люди и ждут, и вкладывают золото, или просто сидят в деньгах и не инвестируют. В чем, в какой валюте нам тримати? Если говорить про украинцев. Если мы говорим про сбережение капитала на ближайший год, да, если мы говорим, вот перспектива – это год, то я думаю, что очень большая вероятность того, что курс гривна-доллар в ближайший год будет оставаться стабильным. Потому что в следующей осенью у нас выборы, достаточно важные для партии власти, партии регионов. Они максимально заинтересованы в том, чтобы в ближайший год у нас была стабильность в стране, чтобы выиграть эти выборы. А для этого нужно поддерживать стабильный курс. Поэтому, если в мире не будет никаких коллапсов, а мы об этом говорили только что, что вероятность этого есть, но она очень маленькая, то и курс доллар-гривна будет у нас стабилен на протяжении ближайшего года. Поэтому можно вкладывать как в гривнах, так и в долларах депозиты. Я не вижу для этого больших рисков. Ну, а если говорить про золото, туда можно вкладывать? И что в нас взагалі в Украине с покладами золота? Я думаю, что в золото можно вкладывать сегодня, но опять же, нужно понимать, что это очень долгосрочная инвестиция. Либо вкладывать золото сейчас на месяц, чтобы пережить вот эту неопределенность в Соединенных Штатах, потому что в течение ближайших недель это все должно разрешиться. Буквально 2 августа у них дедлайн, граничный срок, когда нужно принять какое-то принципиальное решение. Либо же это нужно вкладываться на очень длинный срок, потому что если посмотреть, что происходило с золотом последних 35 лет, то да, за последних, вот начиная с 2000 года по 2010, золото в среднем росло 15% в год. Но если посмотреть, что происходило с 80 года по 2000, то оно падало. И если взять этот 30-летний промежуток времени и посчитать среднегодовой рост, то он выйдет всего-то 2,5%, то есть не так уж и много. А у украинской промышленности есть у нас на нашей территории, где добывать это золото? У нас действительно есть промышленная добыча золота, но она очень маленькая, и в мировых масштабах она несущественная. Угу. Поэтому все банки, которые продают золотые слитки, они в основном их импортируют. Ну, взагалі, навіть є така думка, що євро взагалі піде на нулі, долар залишиться, якщо залишиться, але треба буде вкладати в золото і в швейцарський франк. Ну, якщо посмотреть, що думає по цьому поводу Китай, то Китай наоборот говорить, що ми хочемо диверсифікуватися і уменьшити доларові активи в своїх золотовалютних запасах з 70% на гораздо менший процент, в частності, за счет євро теж. Чому? Тому що вони говорять, що є вероятність того, що долар буде в довгостроковій перспективі постепенно удешевляться по відношенню до євро. Якщо ми говоримо про українців, то золото дійсно варіант, але варіант не самий простий і не самий дешевий, тому що в золото можна вложитися як? Пойти в банк і купити сліток. З цим є цілий ряд складностей. Якщо ви купили слітки в одному банку, то продать их в другом можно, но за это нужно будет доплатить. Вот просто так вот нет унифицированных стандартов, и банки, как правило, берут дополнительную комиссию, если принимают к себе другие слитки других банков. Плюс спред, то есть разница между ценой покупки и ценой продажи золота, как правило, намного больше, чем разница между ценой покупки и продажи валюты. Угу. Поэтому вы должны понимать, что да, вложиться можно, но вы можете на краткосрочной перспективе достаточно сильно прогореть на этом деле. То есть вкладывать деньги в золото не варто? Ну, я бы сейчас этого не делал, потому что сейчас пик неопределенности в мире, а соответственно и некий пик цен на золото. Я думаю, что сейчас самый оптимальный вариант вкладываться для целей заработка – это фондовый рынок, потому что он очень сильно снизился, и индексы, и цены на отдельные акции на сегодня находятся на очень-очень низких уровнях. Это связано с неопределенностью. И я думаю, что в ближайший год определенность появится, никуда не денется. Политики договорятся, жить как-то надо.
каждый получит свои дивиденды, появится определенность, люди начнут инвестировать в фондовый рынок. В мире, в том числе, это дойдет до Украины, и до конца года мы увидим нормальный рост, а, соответственно, и нормальные и реальные способы заработать на этом для украинцев. Дякую вам за консультацию и за позитивні поради, и за позитивний прогноз. Доброго вам ранку. І вам теж. Нагадаю, ми спілкувалися з Андрієм Золотухіним. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Гарного вам настрою і не перемикайте.